Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Вот как раз на мое видео «Свищ. Опыт лечения» Лидия Перминова спрашивает, что там применять, как там применять. Вот смотрите, что я применял, что применяли другие люди, и им это очень помогло. Упаренное до 1/4 урина. То есть вы берете, грубо говоря, литр своей собственной урины на эмалированную плитку. Литр вы можете собрать в течение дня, недели, как угодно. Она не пропадет. Вот, итак, литр в эмалированной посуде. И вы ставите, лучше всего на электроплитке, где-нибудь там в сарае, на такой разогрев, чтобы она у вас не столько кипела, потому что она может быстро выпариться. И тут важно просто-напросто, чтобы вы остановились на 1/4. Пусть она кипит, ладно, кипит быстро или медленно, как угодно. Главное, чтобы вы этот процесс могли проконтролировать. Короче, чтобы с литра у вас упарилось до 250 граммов. Это как раз упарено до 1/4. То есть здесь отбираются интересные кристаллы воды, я считаю, более жаропрочные. Здесь идет концентрация солей, она становится более горькой, и я думаю, это очень важно, что концентрация солей больше становится. И именно вот эту вот урину вы используете для лечения свища. Как это я делал? Вот, значит, имеется свищ. В основном в заднем проходе у нас были. Значит, прикладываете турундочку, то есть к месту, где имеется. Раз, приложили, смочили, приложили. Как правило, начинается быстрое, буквально-таки сразу же, жжение. И впечатление, что вот как раз это жжение идет по каналу, вжигая, умертвляя всю эту инфекцию, которая как раз имеется в глубине свища и поддерживает этот процесс. И заодно за счет того, что это солевой раствор, все это насасывается и вытягивается. В результате произошло довольно-таки быстрое заживление. Если я приводил случай мужчины, у которого там что-то этот свищ иссекали раза три, то после использования упаренной урины он у него исчез, и больше его и не было. Что тут пишет как раз Лидия? Приложила упаренную урину к свищу на десне. То есть вы берете, знаете, вот сейчас есть такие ватные диски. Вот этот ватный диск буквально таки смочить. Можно там его напополам согнуть и приложить, где там в десне там имеется. Должно защипать сразу же. Это говорит о том, что оно действует. Тут пишется, никакого жжения или боли или дискомфорта нет. Это значит, лекарство не действует или нет повод для лечения. Что здесь может быть? Свищ имеет определенную такую особенность. Он вроде как зарастает. Зарастает. А внутри, то есть канал, по которому проходит значит, вот этот гной, зарастает, и вроде как его нету. Но в глубине остается вот этот очаг нагноения, и он становится потихоньку все больше, 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 и опять пробивается канал, и опять пошло, значит, истечение вот этого гнойного содержимого. Так вот, в данном моменте, подчеркиваю, лично я считаю, что надо применять тогда, когда идет обострение. То есть, вот свищ образовался и началось истечение. Чтобы вот эта вся штука, упаренная урина, могла действовать по каналу. Если канал закрылся, естественно, никакого действия нету. И вот как указывает Лидия Перминова, ни жжения, ни боли или дискомфорта нету. А вот как появится и откроется, вот тут-то вы и применяете. Вот тут-то будет и боль, и жжение, и будет та работа,
которую надо действительно сделать. Вот это важно понимать. Если вы брезгливые, существует, или раньше существовало, ну, существует, а и сейчас просто мало кто использует, солевые повязки. Здесь концентрация соли, ну, примерно такая, как морской воды, может быть, чуть побольше сделать. И за счет того, что, опять-таки, что мы делаем, когда мы с вами там солим рыбу, там или мясо, или еще что-то, зачем мы это делаем? С помощью просолки мы с вами устраняем процесс гниения, брожения, вот это вот всего, что может быть. То есть все те микроорганизмы, которые могут нам испортить продукт в результате просаливания там рыбы или мяса, они, значит, исчезают, и сама, значит, рыба соленая приобретает такие свойства, что она очень долго не портится, потому что не могут к ней пристать ни грибки, там, ни какие-то гноеродные бактерии, стрептококки и так далее, и так далее. Это важно понимать. Так, в данном случае вы примерно делаете концентрацию, как морская вода. Морская вода, вообще-то, она горькая. Не та, что в Черном море. Разница большая. В Средиземном море или, допустим, где-то там в Красном море. Так вот, в Средиземном море она горькая. Вот такую как раз воду и надо применять, то есть такой вот раствор. Можно сделать еще более сильным, допустим, там в полтора раза, ну, грубо говоря, взять примерно чайную ложку соли, поваренной соли пищевой, и размешать ее в 100 граммах воды. А можете размешать это все в 50 граммах воды. Либо там 200 миллилитров воды, это будет один раствор, 100 миллилитров, значит, будет еще гораздо более концентрированный, сильный, 50, значит, миллиграммов, еще более сильный. Вот вы можете начать с раствора примерно в 100 граммов. Чайная ложка поваренной соли на 100 граммов воды. Размешивайте, опять этот ватный диск обмакиваете и прикладываете вот там, где у вас имеется, значит, вот это вот нагноение или еще что-нибудь такое. Свищ имеется. Ну и посмотрите, как это все работает. Пишут, рассказывают, что работает очень и очень хорошо. Но все проверяется на практике. Я вот про солевые лечения, значит, вот этим солевым раствором, солевые повязки узнал на программе Малахов Плюс. Приходили люди, рассказывали. А вот о применении упаренной урины я это все дело опробовал на себе. И люди приходили, потом рассказывали, когда я все это дело описал, что да, работает очень и очень хорошо. Так что воспользуйтесь. И еще разок подчеркну, что важно использовать тогда, когда вот идет обострение, когда канал свища, по которому все это вытекает. Вот тут-то это будет действовать вытягивающе. Если канал закрылся, значит, ничего, никакой работы целительной не будет, а просто-напросто через какое-то время опять произойдет нагноение, нарывание, откроется канал и начнется истечение содержимого. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ, наступает Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. С
снова детство к нам вернулось. Волшебства мы жадно ждем, и по чоканье бокалов ходит счастье в каждый дом. Ой, веселись, 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 народ. Наступает, наступает новый год. Ой, а что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь растет, это новый, новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей. Загадай свое желание и под звон куром попей. Ой, веселись, 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 народ. Наступает, наступает новый, новый год. Ой, а что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь растет, это новый, новый год. Ой. Бам-б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 ам-